Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Влад 2021. И сегодня в меня начал вселяться крош. Видите, на протяжении нескольких дней я просыпаюсь и вижу перед собой вот это. Я не знаю, как это назвать. Это, судя по всему, дилдо. Я не знаю, что с ним делать. Оно какое-то странное. На протяжении уже нескольких дней уже значит, да, мне очень страшно, друзья. Я не знаю, что мне делать, но это пока что первый день. В действительности я не знаю, что происходит. Я боюсь, очень боюсь. Что со мной произойдет? Мне страшно. День второй, все вроде бы наладилось. Я нашел вот это вот. Сегодня вот встал с этой кровати, вот, встал. И нашел вот это вот. Я не знаю, что с этим делать. Так что, ну да. Итак, сегодня день шестой, но когда я проснулся, я впервые вышел за 6 дней из комнаты своей, я вышел и увидел вот это. Что это такое? Я не знаю, честно. Я не знаю, это мусор какой-то, что ли, или что это? Что это? Это от карандаша, что ли? Судя по всему, да. А это, судя по всему, грязь какая-то вонючая, не знаю. Тут всякое говно, я не знаю, что это, честно вам говорю. Мне вам врать незачем, вы мои самые любимые подписчики, так что мне вам врать нечем, незачем. Я не знаю, что это за говно, реально, прям реально, вообще, без рофла, не знаю. Вот. Буду продолжать жить, что ли, вот там, в комнате своей, хули. Ладно, я пойду спать. День 18. Сегодня я нашел в холодильнике вот это. Что это? Я не знаю, что это. Судя по всему, ну, запас какой-то. Это ананасы? Нет. Это бананы. Это, судя по всему, бананы. Я не знаю, что они тут забыли. Так, ну, вы знаете, я питаюсь этим говном. Нехорошим. Еще начало заявляться. Не знаю, что это. Что это все такое? Понятия не имею. И думаю, что все-таки мне станет очень плохо и. Да. Я. Это сегодня день 32. Я не знаю, что делать. Перед мной присылала такая квартира, у меня все цвета. Они, знаете, стали только оранжевыми и зелеными, я не знаю, что это за цвет, я вообще забился в уголок, я не знаю, что тут делать, мне невероятно страшно, я реально боюсь, я не знаю, мне реально очень страшно, я не знаю, что мне делать, я реально боюсь. Я уже начал лезть под стол. Я серьезно не знаю, что происходит со мной. Мне очень страшно. Я заполз под. Всем привет! Сегодня я не знаю, какой по счету день. Я проснулся, у меня на рингтоне было. Я сейчас включу вот эту песню вам. Я действительно не знаю, что происходит. Снова повторяюсь. Я действительно не знаю, что происходит. Я боюсь уже. Контактировать с этими людьми я. Знаете, выкинул. Это. Ключ. И от двери. Из окна. Вот. Оттуда. Вот. Не страшно. Страшно, я не буду контактировать. Последний вообще. Слово совсем.
Вот. Не страшно, я вещь. Короче, друзья, я не знаю, как это понимать. Я только что проснулся, включил камеру. И смотрите, что у меня тут. Что у меня вот тут, блин. Это же крош. Я не знаю, что происходит. Я действительно не знаю, что происходит. Я хочу вызвать на помощь тебе. Я реально боюсь. Мне... Зачем вся вот эта еда, когда есть морковка? Блять. Сука! Говно всякое! Ладно, я думаю, мне надо перейти на таблетки уже. Потому что я не знаю, что мне сейчас делать. Мне... Да. Все же, я думаю, это последний день, когда я такой снимаю мой дневник в этом. Да, я не знаю, что делать потом. И реально. Ну, наверное, всем спасибо, всем пока. Не знаю, как бороться с этой болезнью, что ли. Это, наверное, какой-то новый вирус. Много людей уже будет заражено, если я выйду. И буду контактировать с людьми всякими. Неважно, по-разному. Кстати, я сегодня проснулся, вот это обнаружил. Не знаю, что это. Это похоже на, знаете, порез чела. Челы же кусаются всякие там, вот. Судя по всему... Ладно, простите, я что-то сейчас... психанул. Я потому что действительно не знаю, что происходит со мной. Я думаю, мне пора перестать вообще с вами общаться на канале, имею в виду. Действительно, да. Мое последнее видео, наверное. Или не последнее, да хуй его знает. Надо просто таблетку выпить, активированный уголь, и все пройдет сразу же. Ладно, всем спасибо, всем пока. Я буду... Всем спасибо, всем пока. Вы были на канале Влад 2021. Всем удачи и пока. Блять, как это супер.